Дякуємо вам. Зараз цікаво, от ваша думка, наскільки реально, що от інформація про ці супутникові знімки, які зараз нібито американські приватні компанії продають росіянам, і саме завдяки цим супутниковим знімкам росіяни нібито влучають в певні цілі, в певні об'єкти на території України, наскільки вона може бути правдивою? І що в такому випадку, як має реагувати українська сторона, на вашу думку? Часть спутников частные, потому они владеют определенной информацией. Та аппаратура, которая расположена на спутниках, те снимки, которые имеют эти частные компании, являются частной собственностью этих компаний. Санкции, конечно, перекрыли некоторый поток информации, но то, что нельзя купить за большие деньги, можно купить за очень большие деньги, и россияне в этом преуспели. И в деньгах, и, естественно, в оплате, и в серых схемах по закупке любого товара, в том числе и цифрового изображения. Потому я не исключаю такую возможность, что это имело место быть. Как этому противостоять? Ну, двумя путями. Первый – это санкционное давление, то есть попытка уничтожить российское, только настоящее санкционное давление, санкции Малюка. Попытка уничтожить российские углеводороды, отрасль углеводородную, попытка уничтожить, допустим, другие направления экономической деятельности России, так как экономика России направлена сейчас в основном на военные потребности, а уничтожение финансовой подушки, уничтожение механизмов ее увеличения, это как раз приведет к тому, что как раз этих очень больших денег у россиян просто не будет. Это одно направление, ну и второе – работа с нашими партнерами, то есть работа разведки, подготовка определенных претензий к нашим партнерам, то есть по недостаточному контролю за передачей информации. Ну, в основном это работа спецслужб, разведки, естественно, Министерства иностранных дел. Інститут вивчення війни зазначає нині, що ситуація в Україні, вона дуже складна, і що окупанти захопили нині село Мирне, що біля Роботиного. Як ви оцінюєте загалом ситуацію на цьому напрямку? Любое направление сейчас сталкивается с недостатком боеприпасов, потому именно те нормы, которые они сейчас, правда, увеличены, часть боеприпасов поступила по направлениям, но они перебрасываются в определенные районы, которые удерживали оборонные рубежи за счет достаточного количества боеприпасов. А там, где это можно было удержать, допустим, другими способами, чем ближе к центру Украины, тем легче. Туда может быть недостаток, пока еще недостаточное количество боеприпасов, потому мы можем принимать решения по месту, в основном это командиры оперативного уровня, принимают решения на отход, на те позиции, которые можно удерживать с помощью минимального количества боеприпасов. Поступят снаряды, отобьем обратно свои позиции или будем ждать другого решения. То есть движение все-таки на Токмак без авиации, это понятно, оно бесперспективное, потому исходя из задач и сроков поставки авиационной техники, авиационного вооружения, это очень важно, техника сама без оружия, это просто самолетики, и не более того. То есть после захода вооружений будет понятно, какое стратегическое направление, и дальше уже будут приниматься решения на выполнение боевых задач на одном или на другом направлении. А то, что россияне будут в ближайшее время продолжать те наступательные действия, которые они начали, в принципе, зимой этого года, они попытаются их завершить выходом на рубежи стартовые, так называемые. То есть попытаются срезать вклинение, тоже работинское вклинение, они однозначно будут над ним работать. Тоже белгородское вклинение, это сиверское направление, направление в сторону Лисичанска. И у них задача еще номер один, наверное, по всей линии фронта, попытаться отодвинуть линию обороны нашу до второй линии, это уровень Курахова, Карловка, то есть это километров 20 западнее Донецка, западнее Авдеевки, западнее Марьинки.
То есть вот эти три задачи они будут выполнять. А сейчас как раз из-за недостатка боеприпасов по поводу работинского направления там проводятся некоторые тактические изменения, может быть, связанные в том числе и с управляемым отходом. Якщо говорити про Сумщину і про те, що зараз росіяни обстрілюють Сумщину просто з усього наявного в них озброєння, там кількість обстрілів корелюється від 70 до 100 обстрілів за добу, і військові говорять про те, що дуже складно зараз, зокрема, евакуювати і місцеве населення з прикордонних регіонів, тому що росіяни, вони просто зараз знищують якісь переправи, якісь руйнують мости, дороги. На вашу думку, чому зараз окупанти настільки сильно взялися за Сумщину и чего таким чином намагаются досягти? Они надеются удержать наши войска, которые сейчас расквартированы и расположены на этих направлениях. Это Сумская, это Черниговская, Сумская, Харьковская области. Они граничат с российскими Брянской, Курской и Белгородской областями. То есть вот на этой границе между Украиной и Россией пытаются создать такие боевые условия, то есть создать линию боевого соприкосновения для того, чтобы не дать возможности снять наши части с этого направления. У нас больше 100 тысяч человек расположено на линии границы с Россией, где еще не шли боевые соприкосновения, то есть не шли бои, и с Белоруссией. То есть это больше примерно 2000 километров, если еще и ПМР считать, Приднестровский регион. То есть мы можем снимать, хотели бы снять, по крайней мере, есть понимание этих процессов, но вот для того, чтобы не сняли, не отправили на фронт, в сторону востока, то есть на восточный, на западный фронт, не увеличили плотность войск, россияне создают такие беспокоящие огонь. Это как минимум, это армейская артиллерия, которая работает на глубину, может работать на глубину до 30 километров. То есть с этой зоны нужно выселить людей. Сейчас, кстати, занимаются правоохранители этим вопросом. Люди, которые беспокоятся о своих жизнях, им предлагается выехать. Ну а есть такие моменты и принудительного выселения. Почему? Отселения. Почему? Потому что серьезные бои могут быть сейчас как раз на линии боевого соприкосновения. Россияне используют большое количество КАБов сейчас по этим регионам, управляемых ракет уровня Х-59, пытаются уничтожить сначала связь, то есть работают, вот последнее время работают в глубину Сумской, Черниговской областей, Харьковской областей, как раз пытаются уничтожить инфраструктурные объекты, связанные со связью разного уровня, то есть радио, теле, любыми коммуникационными объектами. Зараз от є така інформація, що Україна здатна запускати по території Росії від 30 до 60 безпілотників, далекобійних безпілотників за добу. Ось ця кількість, наскільки вона значна і чи дійсно вона зможе змінити ситуацію, зокрема і на фронті, якщо, скажімо, говорити про те, що зараз там Україна націлена на об'єкти критичної інфраструктури, там на нафтопереробні заводи. Наскільки це може нанести серйозну шкоду росіянам? Ну, количество беспилотников, оно варьируется в зависимости от того произведенного и накопленного вооружения. Скорее всего, это не одновременное производство, там до сотни, полусотни или сотни беспилотников в сутки. Это, скорее всего, есть моменты, связанные с накоплением, может быть, с поставками, с производством нашим, естественно, есть наши однозначно беспилотники, и с поставками беспилотников нам, нашими партнерами. Как партии заходят, естественно, можем использовать либо несколько десятков, либо до сотни, в зависимости от направления. Это уже видно. Большое КПД как раз приносят именно большие, это рой беспилотников так называемых, когда идет до полусотни беспилотников на один объект. Тогда россияне там половину, может быть, даже две трети уничтожают, сбивают, но даже треть, больше десятка беспилотников, если приходят на объект, особенно углеводородные отрасли, она сама по себе это заправка, то есть
бензоколонка, которую поджечь, главное поджечь. Даже пара беспилотников, два беспилотника с боевой частью небольшой, там до 20 килограмм, один беспилотник может вскрыть любую емкость, а второй беспилотник поджигает топливо, которое из этой емкости выливается, и пары топлива, естественно, либо могут загораться, либо взрываться в зависимости от концентрации, а дальше выгорает практически весь объект. Причем уже понятно такие точечные удары по углеводородной отрасли. Видно понимание технологических процессов, потому что беспилотники бьют либо в установке подготовки нефти предварительной, либо в определенные воздушные или возгонные пирамиды, так называемые, то есть емкости, вывод из строя которых выводит практически полностью весь нефтеперерабатывающий комплекс, либо нефтеперекачивающий. То есть технологически правильно, грамотно подошла наша служба. В основном это служба безопасности работает, санкции Малюка, так называемые, они хорошо себя показали. Если так и дальше продолжится, то есть десятки беспилотников будут выполнять боевую задачу, в этом году мы как минимум до Урала можем зачистить Российскую Федерацию от этого ненужного продукта, ненужного никому, по большому счету, и россиянам в том числе, потому что практически вся валютная выручка от продажи углеводородки российской, она поступает в казну России на военные действия. То есть закупается либо оборудование, либо закупается информация, либо ставятся в строй тысячи, десятки тысяч российских террористов, которые приходят в основном под рекрутинг на финансовую подушку, ту, которую создает как раз эта экономика. Зараз от є інформація про те, що КНДР відправила до Росії 7 тисяч контейнерів з боєприпасами. В Росії зараз, за попередніми там даними, є вже налагоджений ВПК, люди працюють у три зміни. На вашу думку, ось такими темпами, до чого Росія реально готується? Ну, это не подготовка, это как раз попытка удержать тот уровень боевого накала, который у них был, по крайней мере, в зимнее время. Естественно, прошлогодний или позапрошлогодний уровень у них не получится. Это где-то 60-70 тысяч снарядов в сутки. Им уже нет возможности россиянам использовать такое количество, потому что использовалось в основном со складов, на которых были миллионы снарядов. Сейчас россияне вышли на работу с колес, так называемые. То есть нулевые складские остатки. Они производят 5-7 тысяч снарядов в сутки разного калибра. Где-то 5-7 тысяч снарядов в сутки. Плюс еще до 3 тысяч они добирают вот тех же северокорейских. И где-то до 10 тысяч снарядов в сутки они могут использовать. Не более того, нет на складах. Логистика точно не готова, это практически чуть ли не 10 тысяч километров везти с Северной Кореи, там по разным маршрутам, но иногда до 10 тысяч километров. Выполнить задачу поставок по графику практически невозможно, потому максимум, что могут и северокорейцы вместе с производством россиян даже в три смены, это выдавить из себя 10 тысяч снарядов. У нас пока раза в три меньше. То есть в районе 3000 мы можем себе позволить использовать снаряды. Это иногда приходится даже, вот как мы про работе наговорили, и отходить, в том числе на те участки, где можно с меньшим количеством снарядов их удерживать. Но сейчас, на данный момент, по крайней мере, не катастрофическая ситуация, а увеличение поставок снарядов идет, и оно видно в перспективе. Нам помогают Европа, очень сильно помогает Европа. Ждем сейчас помощи Америки, то есть по одному или по другому варианту, либо это будет 60 миллиардов, предлагаемых демократами, либо это будет ленд-лиз и определенные кредиты, предлагаемые республиканцами, им там виднее, они решат. Мы будем рады любому вооружению, которое нам будет предоставлено.
Ви знаєте, власне, Джон Кірбі говорить про те, що наші оборонці змушені відступати від деяких населених пунктів через брак боєприпасів. В той же час ми чуємо від президента Чехії Петра Павла про те, що в Україні, за попередніми даними, якщо знайдуть кошти, можуть поставити 1,5 мільйона боєприпасів. На вашу думку, все ж таки, чи можемо ми говорити, що найближчим часом ситуація на фронті зміниться? Это когда Скрипаль занимается военным делом, он не победит и боеприпасов не достанет. А когда генерал занимается военным делом и боеприпасами, считайте, что они у вас уже в кармане. Поэтому можно позавидовать только чешскому народу о том, что у них есть такой генерал, который руководит в том числе и обороной страны. Причем сейчас оборона на дальних подступах. Это очень правильно, очень грамотно. Почему Чехия помогает нам очень серьезно. Они себя обороняют, они обороняют свою жизнь только на больше, чем 1000 километров дальности. Грамотно, правильный подход, и потому генерал Павел, используя свои связи, опять же, из-за своего статуса генеральского, по профессии военного, он может себе это позволить, раз, и второе, у него это хорошо получается, два. Мы будем этим, конечно, пользоваться, естественно, благодарны и самому генералу, и честному народу за эту помощь, ну и всей Европе, потому что сейчас европейское сообщество нашло в себе финансовые возможности оплатить эти боеприпасы, которые нашел генерал Павел. И они уже, скорее всего, пусть небольшими партиями, но, скорее всего, они уже заходят в Украину. Именно этим и обусловлено поднятие некоторых норм по использованию боеприпасов, которые сейчас есть на линии фронта. Перепрошую. Ви знаєте, не лише боєприпаси заходять в Україну, але от і іспанське медіа El País заявляє про те, що війська НАТО також є вже на території України, про це не говорять публічно, проте зараз ці війська, вони вже проводять розвідку, контролюють зброю, яку надають нам наші партнери, ну і проводять певні навчання. На вашу думку, наскільки ось цей варіант є вірогідним? Ну, ничего тут нового нет. С 2014 года именно военнослужащие стран НАТО располагаются на территории Украины. Как только началась российская экспансия, у нас было очень много инструкторов стран НАТО, причем действующих военнослужащих, приписанных линейным частям, и ничего не изменилось, они так и есть. Инструктора и военнослужащие, которые сопровождают военные грузы, иногда передают, то есть создают и поддерживают логистические цепочки поставки, информационное сопровождение, разведсопровождение, охрана, оборона мест дислокации некоторых объектов. То есть это все уже 10 лет участвуют, в том числе и натовские, в том числе и натовские военнослужащие. Ничего здесь такого необычного нет. Это все прекрасно. Все это прекрасно понимают. А в информационный поток есть смысл выкладывать. Вопрос, зачем? Понимание процессов есть. Допустим, больших контингентов у нас на данный момент нет. И пока не предвидится, вот может быть, Макрон, то есть Франция, как-то будет впереди планеты всей. Опять же, все будет зависеть под задачи, то есть под какие задачи. Если под охрану и работу аэродрома с миражами и с ракетами французскими, очень хорошие ракеты, и «Скалпы» мы это прекрасно видели, аналог «Storm Shadow» великобританской, и сейчас нам Франция передает где-то по 50, по 5 десятков управляемых авиабомб, очень хорошо себе показали «Хаммер» французский, причем с ракетным ускорителем, то есть отличная точная авиабомба, 250 килограмм, и россияне уже почувствовали такую французскую помощь в этом смысле, то если французы расширят какое-то свое присутствие, может быть, часть французских войск уже будет, особенно иностранного легиона французского, который сейчас остался в Африке неудел. Россияне выдавили практически Францию из как минимум 5 республик, начиная с ЦАРа, с Центральной Африканской Республики, потом с Нигера, потом с Мали, взяли за Буркина-Фасо, сейчас Буркина-Фасо выдавили.
скорее всего, будут работать еще по нескольким странам. То есть части иностранного легиона, они остаются не у дел, и они там даже уже проводят сокращения, а есть возможность их перебросить, допустим, в Украину, в том числе для выполнения задач тыловых, по крайней мере, пока тыловых, а дальше уже будет зависеть от того, от возможностей этого иностранного легиона и от команды, естественно, самого Макрона. То есть здесь такой процесс теоретически возможен, потому можно на него надеяться. Ви знаєте, зараз багато є інформації про те, що росіяни, можливо, підуть в такий потужний наступ вже у травні цього року. Як ви оцінюєте таку вірогідність і чи є якісь конкретні дані розвідки, які говорять про те, що така можливість є, і якщо так, то з яких напрямків вони можуть зайти? Ну, діло в тому, що для того, щоб виконати якісь наступальні дії, треба спочатку собрать технику, то есть подготовить личный состав, расположить. Это целые процессы, это целые этапы. Россияне в прошлом году выполнили эти этапы в течение практически всего года. Они накапливались. Накопительный этап был где-то после весны прошлого года, больше 6-7 месяцев. Этап накопления, то есть подготовки личного состава, складирования производства, складирования, подготовки, переброски техники, боеприпасов полностью к выполнению наступательной операции, зимней, это называется зимняя военная кампания у россиян была, вот мы видели ее результаты, Авдеевка, все. То есть всю готовились почти больше полугода, работали, пытались практически несколько месяцев, 3-4 месяца минимум. Военная кампания была максимум, что они смогли это вот выдавить наш гарнизон на несколько километров, 5-7 километров западнее из Авдеевки. И то за счет недостачи у нас просто боеприпасов, за счет того, что наше Министерство обороны не смогло обеспечить войска достаточным количеством снарядов. И вот это все, значит, на что была способна российская армия. Лучшие, то есть лучших каких-то частей, лучшего обеспечения, новых, свежих, допустим, подготовленных воинских подразделений, формирований у россиян нет. Потому сейчас они, это уже видно, они уже уменьшили давление свое в районе левого берега, уменьшили давление в районе Купянска, по некоторым участкам тоже практически остановили. Осталось несколько направлений. Вот район Работина, опять же, это выступ, то есть они пытаются его срезать. Район Белогоровки, это Лисичанское, Сиверское направление, там даже успокоились уже в районе Часовьяра, пытаются еще только в районе Донецка, под Маринкой, под Авдеевкой двигаться. То есть они, боевой потенциал сейчас у них уменьшается. Следующие несколько месяцев, это апрель, май, июнь, июль, туда где-то ближе к августу, они могут как-то еще что-то спланировать. Но следующий этап – этап накопления для российской армии. И ничего они выполнить не смогут какого-то масштабного. Да, точечные, локальные операции, да, могут проводить, потому что не выполнена задача. Опять же, те, которые мы только сейчас проговорили, срезать выступы, вклинение, так называемое, в свою оборону, и отодвинуть километров на 20 до уровня Карловского и Кураховского водохранилищ, линию фронта в районе Донецка. Может быть, еще будет, останется задача у них Часовьярская, то есть попытаться сбросить наши войска с высоты, господствующей высоты. Часовьяр, это когда висит практически над Бахмутом, и весь российский гарнизон в Бахмуте у нас как на ладони для наших артиллеристов. Как только подойдут достаточное количество боеприпасов, вот те, которые обещал, и его однозначно, раз генерал обещал, значит, он сделает, генерал Павел, подойдут боеприпасы, опять россияне там будут в этом Бахмуте подпрыгивать от каждого взрыва. То есть, по большому счету, у россиян на ближайшие полгода никаких планов широкомасштабных, ну, точно быть не может. А то точечные, эти точечные операции тактического уровня, они прогнозируемы, в принципе, и они могут быть локализованы и нейтрализованы. Я вам дуже дякую, пане Романе, за нашу розмову, за вашу фахову оцінку. Роман Світан, військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу української армії.